А пить что-то будете? Я не знаю, там, может быть, водочку? Ледяную, ледяную из морозилочки возьми, рюмочки из морозилочки достань, чтобы вот прям пальцы обжигали, прям вот такие рюмочки. Я прошу прощения, а рюмочек сколько? А Сергей у нас не пьет. А две рюмочки давай, у меня ж две руки будут. Может быть, пиво? Нет-нет, ну что вы, у Сережи такой слабый желудок. А при чем тут желудок? Жара 45 градусов, он до желудка не дойдет, на губах обсохнет все. Вы что? Кактус иногда тоже надо поливать. Знаете, спасибо за ваше экспертное мнение, но я, наверное, лучше знаю, что действительно Сергею нужно. Я не настаиваю, вообще не настаиваю. Может, настоечку, кстати? Настоечку. Дорогая, пожалуйста, настоечка. Там же вообще градусов нет. Ты как будто компотик перебродил. Пожалуйста, очень Сереж, прошу. Ну какая настоечка? Мы же договорились, никакого алкоголя. Отдыхать можно без алкоголя. В Сочи? Да, в Сочи.